Ну вот и завершаются сборы в парке «Патриот». И завтра контрольная игра против Хабаровского «Амура» в Новогорске. Давайте посмотрим, как к ней готовятся ребята. Настроение супер. Понимаем, что самое сложное позади. Дальше больше интересного, больше игр. Все соскучились по хоккею. Я думаю, дальше нас ждет много интересного. Сам рвешься на лед завтра в игре с «Амуром»? Конечно, уже соскучились. Хочется поиграть, повзаимодействовать с партнерами, получить какое-то удовольствие, поработать. Ребята все устали, мы тоже уже поднаелись все. Сборы проходили достаточно тяжеловато, продуктивно. Но завтра отыграем, и у нас два выходных. Хорошо отдохнем. Амур, что за соперник, как ты думаешь? Не знаю, наверное, в этом году легких соперников нету. Хороший соперник, я думаю, будет играть быстрый хоккей. Много опытных защитников. Завтра посмотрим, это предсезонка. Я думаю, будут какие-то экспериментальные составы. Мы едем за победой. Надо наладить свою игру. Будем разбирать больше свои позиционные моменты. Игру в большинстве, в обороне. Быстрый переход в атаку, пока не разбирали соперника. Если игрок везет шайбу, а не стоит, то это не считается движением? Это не считается движением, а считается 3 секунды только когда ты зафиксировал и стоишь прямо за воротами. Можно встать рядом с трапецией, и тогда не будет считаться 3 секунды.